У нас в гостях Ильгиз. Ильгиз, расскажите, пожалуйста, с какой продукцией вы представлены на этой выставке? И как называется ваша компания? Ну, мы представляем компанию «Шатлык», то есть производим продукцию по стандартам «Халяль». Находимся мы в городе Самаре, то есть на данной выставке мы находимся первый раз. То есть думаем, что выставка принесет какие-то свои плодотворные плоды, так скажем. Скажите, вы уже представлены в крупных ритейл-сетях или только предстоит попасть на прилавки крупных магазинов? Ну, у нас на данном этапе постепенно мы прошли аудит в сети супермаркетов X5 ритейл. Вот, соответственно, на данной стадии, то есть позиции, которые будут заходить в данный сегмент товара. Что ждете от данной выставки? Какие цели перед собой ставите? Ну, данная выставка для нас как бы найти плодотворных клиентов, которые есть в данном регионе, именно непосредственно в городе Москве, потому что наша как бы логистика осуществляет сюда доставку. Мы уже здесь представлены в некоторых торговых домах. Вот. Ну, именно развить халяльную тематику, потому что мы представляем эту. Для нас это как бы такая главная задача, чтобы люди ели именно халяльную продукцию. У нас в гостях был Ильгиз Валитов. Ильгиз, спасибо огромное. Спасибо.